Да. Браво. Так, потихонечку. Отличный результат. Так, что-то у нас 8700 здесь показывает. А, да? Ну, значит, я с очком, наверное. А, у тебя с очком, да? Да, да, да. Вот так, ребят. Сейчас он запикает. Держи, держи. Двумя руками. Поверни. Андрей, молодец. Так-то. Красавчик такой. 8500. Ну. Давай, 8. Сейчас он запикает. Держи, держи. 8555. Отличный результат. Андрей, вообще крутой ты парень. Молодец. Давай, что, давай прямо его в сетки неси, а там, наверное, отпустим, да? Давай. О, давай, весы. Молодец. Вот так, ребят. Андрей, зовут Андрей, откуда у нас? Красногорск. Красногорск, ребят, рулит. Отлично. Блин, я ехал на велосипеде, еще упал, пока торопился к тебе. Смотри, чтобы он плавниками не зацепился, то он может зацепиться. Нормальный такой экземпляр. Конечно, нам надо больше и крупнее поймать, но нормально, молодец. Да, ты вообще крутой парень, дождался, да? Дождался, да. Вот так-то поплыл. Все, уплыл. Вот так, ребят, у нас Андрей с семьей. Вообще крутые рыбаки, да? Вот, ну ты счастлив, ты одного поймал только? Только сейчас вот одного. Одного только. Вот, ребят, Андрей приехал вчера и сегодня только поймал одного карпа. Прямо сейчас ты поймался, да? Только что, да. Вот так-то. Молодец. Уважаю. Респект, уважение. Вообще команда сильных ребят, сильных рыбаков. А на что поймал Андрей? Поп-ап. Вкус какой? Вкус клубника. Клубника. Ну, он сладенько любит, да. Флет у тебя или? Флет. Флет. Молодец, ты крутой парень. Ну, он изучал, на что ловить. Да? 8 раз ты приехал или 6? Не знаю. Ну, изучал водоем. Ты молодец, молодец. Нам нужны такие выносливые рыбаки, и которые добиваются успехов. Молодец, крутой парень. Отлично.